Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем в Uncharted 4. Путь вора. С Леной мы пробираемся по заброшенным городам. Здесь много клеток с пиратами, казненными. Их подвесили без еды, без воды. В общем, ну, все так жестоко. Это Девон, город, в котором, возможно, спрятано это сокровище, которое Эвери, пират Эвери, вез и спрятал. Он жил в этом городе. Мы забрались очень высоко. Это высоко в горах. Монгольская прочная ваза. Пойдет. Не знаю, на сокровище это, конечно, не катит, но, наверное, можно задорого продать потом. А где вход? Ворота не поддаются. Нужно перелезть. Такие странные ворота, на которые можно зацепиться, якобы было когда-то. Лена, ты где читаешь там? Ныне прибудешь со мною в раю. Вот это рай. Так, а как найти нам другой путь? Стена-то очень высокая, 6-7 метров. Может быть, даже больше. Наверное, 8 метров. Не будем догадываться, сколько это все в метрах. Нам надо искать вход. Лен, я понимаю, что ты читать умеешь. А что делать-то дальше? Лучше найди выход. Точнее, вход. Ну-ка, давай-ка вот здесь пробежим. Мне кажется, я увидел. Можно здесь подцепляться где-то. Да или нет? Да или нет? Да или нет? Так, нет, не получается. А, все, я нашел вариант. Нашел. Вот здесь надо зацепиться. Вижу колонна, где я могу зацепиться. Так, хорошо. Путь. Прыгайте по клеткам до уступа. Я так и подумал, в принципе. Все. Нужно немного помочь. Надо просто прыгать. Так и есть. Аккуратней. Прости за беспокойство. Ему уже пофиг, что там беспокоиться. Он мертв уже как 200 лет, как минимум. Ай, клетка упадет. А зачем так высоко клетку вешать-то? Здесь кого подвешивать? Нормально. Нога человека здесь давно не ступала. Ух ты. Вотчина пирата Эвери. Неплохой райончик. Красиво, красиво. Хороший, только все разрушено. Слегка. И водой подмочен. И с канализацией проблемы. Но косметический ремонт может спасти. Не, ну на самом деле прикольно такие города находить. Ясно. Подорвали вон ту дамбу. Отсюда и вода. Я и забыл, что ты у меня крутая. Лена вообще крутая, если честно. Как думаешь, в каком доме жил Эвери? Ну, думаю, что в этом. И он еще целый. Лена вообще шарит очень хорошо. Да ты у меня тоже крутой. Ну, знаешь, у меня все-таки опыт. Да и почитал кое-чего. Черт, черт! Что? Кто там? Что там? Как, они уже здесь? Сэм? О, они здесь уже, прикинь. Ладно, Сэм жив, но его подстрелили. Как он выжил вообще? Ладно, хотя бы мы знаем, что Сэм выжил. Смотри, как бы люди на день не появились. Ага. А теперь вопрос, как нам спуститься аккуратно и туда пробраться? Ладно, могу спуститься сюда. Здесь можно прыгнуть.
Оп! И куда? Хорошо. Не, могу просто упасть в воду. Поплыл. Ты цела? Лена за мной. Я знаю выход. Чуйка меня ведет. Как ни крути, Дрейк, он самый лучший Дрейк в мире. Пошли вот сюда. Не знаю, почему сюда меня тащит. Короче, здесь выход по-любому. Сюда, пригни голову. Здесь даже не надо быть Дрейком. Я чувствую, что выход здесь. Скелетон спит. Еще одна записка. Давай зачитаем, легко. 6 сентября 1718. Отец-основатель Кандент. Я знаю, что по вашему приказу был разграблен и сожжен мой дом. Ваш брат отрицал ваше участие в этом деле. Но я же знаю, когда мне лгут. Теперь мне нужен новый меч, поскольку мой накрепко застрял в его кишках. Однако, даю вам время до заката, чтобы вернуть то, что принадлежит мне по праву. Отец-основатель Ингланд. Так, ладно. Забираем записку, идем дальше. Ну, я думаю, что мы на правильном пути. Как ни крути, мы на правильном пути. Запрыгивать нужно здесь. Вот прям вижу, нужно запрыгивать где-то здесь. Только чуть не здесь. Чуть не здесь. Чуть не здесь, а вот здесь нужно идти. Черт, откуда эти взялись? Лена, прячься. Вижу их. Как по-тихому, чтобы не нашуметь. А то у меня, знаешь, как бывает, нашумел. Нашумел так, что они все на меня ополчились. Надо максимально приблизиться сюда к ним. И, наверное, плыть, пока они отошли. А, скрыться под водой можно было. Лови его быстрей. Есть, все. Тишина. Вроде все тихо получилось. Так, нет, возьми УЗИ. Сейчас он пропалит там по воде. И уйдет. Уйдет, он нам здесь не нужен. Могу вон до того попробовать добраться, либо этого сверху вынести. Ай-яй-яй, сколько же их тут много. Я не знаю, как можно скрытно. А, вот этого можно. Если кто-то другой не увидит, конечно, быстрее. Быстрее, 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 быстрее. На. Все, есть, готов. Еще минус один. Ну, могу попробовать до этого добраться. Не добрался, ладно. Но он где-то здесь ходил, можно его выцепить. Стоп, 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 посмотрись. Сейчас этот увидит. Ё-моё, быстрее падай вниз. Все, впалил. Впалил, все, ребята, началось. Ё-моё, блин, хотел по-тихому. Ладно, иди сюда. Это жестко, надо уходить отсюда, потому что здесь обстрел такой жесткий, надо быстрее куда-нибудь сваливать. Лена, держись. Вот так, ну хотя бы, ладно, троих уже в это, мы вычислили. Иди сюда. Ай, не, вот ты прощай точно. Погоди, у него пушка хорошая была. Кондор. Хорошая пушка, да, Кондор. Готов. Сейчас мы патроны исфигарим все и пойдем. Вот, и можно теперь брать уже свою. Нормально, пока нормально началось. Следующий. Кто еще? Вот здесь. Лена, держись. Лена, я тебе помогу. Как ты мне всегда помогал, я также тебе буду помогать. Кто-то еще. Дерзкий типок где-то наверху. Подожди, мне кто-то в спину лупит. Никуда мы не побежали. Че мы побежали-то? Мы не трусы так-то.
Сейчас просто я развернусь и все, и тебе кранты. Готов. Да, хорош. Вы что придумали-то? Ай, мы никого с Леной вообще в принципе не трогали. Нормально все шли. Тихо, спрячься. Отдышаться быстрей. Вот поэтому попасть надо. А, он упал. Жив? Хорош, ты что так сильно бьешь? Лен, он ко мне идет. А, все, я теперь могу с ним бороться. Тихо, 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 тихо. Что делаете-то? Еще эти с прицелом фигарят. Где прицельщики? Мне так патронов на вас ни на кого не хватит. Я запрыгну, Лен, вон туда. Не, не зашел. Ладно. Но надо все равно туда пробираться, потому что бой уже переходит в разряд дальнего боя. Надо ближе подходить. Стоп, 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 стоп. Нам будет проще попасть в них. Где он там? Готов. Я опять куда-то упал. Так, ладно. А, ничего себе. Он по Лене пытается попасть. Есть. А что у меня с патронами-то? Патронов-то совсем... Вот, надо другую тогда ружбайку взять. Хорош, ты где? Все, отдыхай. Сейчас, 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 Лен, где он там? Вот он. Да тихо, попасть не могу, быстрей. Уходи, 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 он сейчас, сейчас стрельнет по мне. Выше надо взять. Нет, 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 надо пушку другую взять. Вот, все. Сейчас я залезу наверх и все, ребята, вам всем кранты. Тихо, 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 тихо. Какая-то слабенькая вот эта пушечка. Хотя нет, нормально. Кто фигарит? Кто фигарит большими зарядами? Ты цела? Да. Идем дальше. Да тут уже все разрушено. Смотри, мы бегаем по дровам просто, по каким-то старым. Пойдем здесь вот. Ну, Лен, отойди, блин, надо пройти. Может, через пещеру пройти? Стоит посмотреть. Сейчас пройдем. Я здесь хотел осмотреться. Так, пещера, пещера, куда идти? Можно вниз прыгнуть. Лен, рискнем? Лишь бы ноги не переломать. Вач! Не, подожди, что-то не так. Надо куда-то, надо в другое место. А что, если проплыть под водой? Да, блин, откуда ты знала, а? Да, да, да. Проплыть под водой. Нырять надо. Ныряем. Только куда? Лена, куда? Дыхания-то не хватит сейчас. Ё-моё. Всплывай. Тебе повезло, Дрейк. Чуть не погиб под водой. Не знаю, куда я пришел вообще. Ну, наверное, правильно. Как такой сучок меня выдержал? Ничего себе, я перепрыгнул. Перепрыгал все это. Так, пошли. О, черт. Надин притащила сюда целую армию. Ну, у нее же есть армия. Они нашли сокровища? Надеюсь, нет. А то Сэм пропал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Жестоко. О, жуть какая. Вообще.
Неописуемая жуть. Куда сейчас? Опять под водой плыть? Не, Лена, надо где-то... Подожди, мы можем где-то зацепиться. Даже не подсадить. Давай осмотримся. Да давай осмотримся. Я и что, и пытаюсь сделать-то. Давай перепрыгнем. Вот и все. Что тут осматриваться? Освежает. Освежает, да, сто пудов. Вот сюда надо, Лена. Я нашел выход. Или не нашел. Погоди. Я просто решил поплавать. Стоп, если я подтянусь повыше, я смогу здесь зацепиться. Вот, все, делов-то. А, все, понял. Наверх. Наверх. Не знаю, зачем коробка, надо скинуть ее. Скорее всего, она там нам где-то поможет. Поберегись! Лови и пробуй ее куда-нибудь пристроить. Больше вариантов нету. Все, у меня здесь только... Только в речку. Только в речку. Хватаем коробку, идем. А, ну я же говорил, там высоко. А как мне ее забрать? Лен, я не знаю, как коробку-то взять. Так, 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 пробуем забрать. Ну-ка, я сейчас подплыву, вылезу. А, ее надо зацепить же было всего лишь. Давай тянем. Давай. Иди к папе. Но она не идет. Она не выходит так, как надо на самом деле. Ее бы посильнее бы подтянуть. Лен, может, поможешь, а? Выдерни ее. Ну, давай, вытащим, вытащим сейчас, по-любому вытащим. Еще, еще, еще цепляй. Конечно, залезем. Ну, возьми его, а. Вот для чего нужен ящик. Так, а куда цепануться-то? Ну, подожди. Лен, куда залезем? Куда мы хотим залезть? Давай сюда. А, вон туда надо ящик. Я-то не увидел сразу. Куда? Гранату докинул? Что, дурак, что ли? Я под себя гранату кинул. Все, теперь понятно. Лен, пошли наверх. Да, мы вперед. А, вот так. Мило. Хочешь сделать меня приманкой? Не, я просто джентльмен. Просто подкалываю. Да уж, уже всего исколоть успела. Погоди, а как ты залезла? Я не могу залезть. Делов-то в какого-то ящика. А что, подсадить же можно было? Чего вы, ребят? Погнали, можно было просто подсадить. Хорош, еще этого не хватало. Лена, держись. Все, Лену смыло. И меня вместе с ней. Да капец, мы так забирались долго. Все, очередная загадка. Ну, неплохо. Ты как? Я нормально. Нормуль. А ты? Пойдет. Так, смотри, я там припалил. Вот здесь можно пойти слева сначала. Вымок до нитки. Устал, побит. И есть хочется, честно говоря. В остальном все тип-то. И больше пока вариантов не вижу. Ладно, все. Пора идти. Давай плывем быстрее.
Вот вход, Лена. Попробуем пробраться через этот дом. Ага. Я иду за тобой. Все нормально, идем за мной. Со мной не пропадешь. Нейтан Дрейк всех спасет. Очевидно, что было сюда залезть. Дальше куда? Ты погляди. Какая-то утка с рыбой в клюве. Какую только хрень мы не находим здесь. Что это? 9 сентября 1718 года. Отец-основатель Болдридж. Мне стало известно, что вы готовитесь напасть на меня. Будучи таким же пиратом, как и вы, я также, а также вашим другом, и дружба наша началась задолго до основания Либерталии, я прошу вас, прислушайтесь к моим словам. Мне неизвестно, кто посеял зерна нынешнего раздора. Но в одном я уверен совершенно точно. Если продолжится эта гражданская война, все то, чему мы посвятили свою жизнь, будет уничтожено. В истории мы войдем не как первопроходцы, а как дураки. Мы должны положить конец этой борьбе, вы и я. Объединившись, мы станем самой значительной силой на острове. Остальные основатели или присоединятся к нам, или падут, не имея сил противостоять нам. Если вы согласны, зажгите свечу у себя в кабинете этим вечером. Я сочту это знаком, что благоразумие вернулось к вам. Если нет, помните, и Уонт, и Ингланд пытались убить меня. И обоих постигла неудача. Отец-основатель Кандент. Вот такие письма, ребята, мы находим, забираем все. Не знаю, зачем их Дрейк коллекционирует. Может быть, какая-то будет зацепка потом в дальнейшем. Тут прямо повелитель мух. Повелитель мух. Не то слово. Сюда, Лена. Лена, сюда. Я нашел выход. Быстрей. Все просто. Тут все разрушено. Там, где разрушено, там наш выход. Все. Все элементарно. Выходим. И поплыли дальше. Сюда. Куда? И сюда, это я сказал сюда. Мы уже почти добрались. Пушка стреляет? Эти пушки сюда откуда-то перетащили. Импровизированные укрепления. Они не ожидали вражды между собой. Ну да. Ладно, пушки уже все заржавели, покрылись мхом сверху. Нам они не нужны, Лена. Пошли, нам надо искать сокровища. Мы же идем искать сокровища. Основная наша задача какая, да? И вообще спасти Сэма, в принципе. Вот, наверное, основная задача. Хрен с ним, с сокровищем уже все. Главное Сэма спасти. Воу-воу! Сильнее, чем кажется. Ага. Погоди, а как против такого течения бороться? Мне бы вон туда пробраться, не дают. Я понимаю, что выход, как мне проплыть, не дают. Ладно, давай искать еще варианты. Так, была какая-то подсказка, я ее профуфлыжил. Так, как теперь пройти? Ну-ка, если сюда просто прыгнуть. Течение сильное. Я понимаю, что тебя сносит, а как быть? Ищем другой путь, на ту сторону. Может быть, забраться надо куда-нибудь.
Вот здесь какой-то ящик. Высоко не подсадишь. Подсади. Ну как не подсадишь? Так, а в этой комнате мы были? Да, здесь мы были, мы зашли отсюда. А как если туда не подсадить, как туда попасть? И зацепиться-то негде. И запрыгнуть тоже. И здесь течением сносит. Сюда тоже не перепрыгну. Ну-ка, если попробовать быстро, быстро перепрыгнуть туда, зацепиться. Вот все, вот сюда мне надо. Нормально. Все, тогда пошло нормально, как и должно было быть, но не так. Мне сюда не надо. Мне вот сюда обратно залезть надо. Так, она перевешивает. А как мне допрыгнуть-то тут до туда? Лена, может, ты нажмешь? Наступи. Лен, наступи. Лена, ну не сложно же было наступить. Ну встань сюда. Почему нет-то? Я бы тогда допрыгнул легко. Эч! Я сейчас опущу поближе. Ага, спасибо. Вот, да, я же тебе про это и говорю, что ты, уже тебе Дрейк все сказал. Тогда все, тогда я смогу допрыгнуть. Хорошо! Обращайтесь! Спасибо! Из тебя отличная гиря! Ну, в смысле... Хорошая гиря. Да, комплимент! А теперь вопрос, дальше-то куда? Давай пробуем. Не, ну вот здесь течения же нету вроде. Я могу, конечно, прыгнуть. Но будет ли смысл от прыжка от этого? Наглотался воды. Меня просто снесло и все. Промахнулся. Эй, пустая сегодня, не повезло. Да что ты опять в воду? Заберись назад, наверх. Ладно, давай еще раз. Так, держи. И куда? Не, ну правда, куда я должен прыгнуть-то? На люстру не зацепиться. Я увидел. Только надо пропрыгивать туда быстрее, быстрее. Плыви, плыви, плыви. Вот сюда надо зацепиться за эту штуку. Все, меня снесло. Надо, в общем, далеко просто прыгнуть там. Сейчас прям с разбега прыгнем и попытаться туда по течению, вон к тому краю, вон где там куча дощечек, там зацепиться надо. Раз, два, три, прыжок. Давай, 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 не сносись. Вот здесь надо было прыгать, а что такое, почему он не прыгнул? Ну, как так-то? Лен, подсказала бы, как пройти-то, а? Я понимаю, вот туда, в эти дощечки надо зацепиться, но куда там дальше, смысл от них вообще? Я залезу по колоннам, смогу... Ну-ка, подожди, дай-ка я осмотрюсь вообще. По колоннам и туда наверх. В принципе, вон, и все, и дальше уже проще. Да, я думаю, именно так и надо. Но почему он не подпрыгнул у меня? Просто тупо шлепнулся и все. Прыгай.
Прыгай, когда сейчас надо. Да, вот так надо было сделать. Вот и вся загадка тут делов-то. Просто цепляешься и все. И ползешь наверх. Я наверху, ищу путь для тебя. Сейчас Лену поднимем. А зачем она нам тут наверху? Может, чтобы так? Куда мы пошли потом? Поберегись! Отойди. Хорошо, Лена с нами. И что это нам дает? Куда дальше-то? В итоге-то что поменялось? Просто мы наверху и Лена с нами. А здесь идти-то в принципе... А, она сейчас нам поможет. Она нам поможет сейчас убрать с дороги, и мы там пройдем. Все будет зашибенно. Давай, убираем. Давай я тоже пролезу сюда. Есть. Так. Давай осмотримся. Старенький замок. Смотри. Знак Томаса Тью. Значит, мы в его доме. Второй по старшинству. Идем на повышение. Заходим, Лена, заходим. Тут Господи. Был пир. Их всех убили. О, да тут вечеринка. Только мы опоздали. Эй, Нейт. Посмотри. Еще один знак. Господи. Что? Это они. Кто они? Пиратские капитаны, которые основали Либерталию. Что, правда? Что у них случилось? Я, конечно, не криминалист, но думаю, отрава. Очевидно. Это что, типа общества богатых пиратов-самоубийц? Так? Нет, это вряд ли. Не в их духе. От лица лорда Эвери приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть былую вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Подпись Томас Тью. Ну, конечно. Томас Тью, Генри Эвери. Хозяева не стали дожидаться конца вечеринки. Как это нелюбезно с их стороны. Выходит, они вызвали настоящий бунт, попытавшись присвоить сокровища. То есть людей они убрали, а между собой не разобрались. Тут дело вышло посложнее. Итак, Эвери и Тью позвали всех сюда, чтобы... Как уж там было... Отринуть былую вражду. Точно, отринуть вражду. Эвери произносит тост. Выпьем, братья, за Бога, свободу, все дела. Все осушают кубки. И все. Кроме этих двух. Так элементарно. Все сокровища Либерталии переходят в руки двум людям. Это величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом. Невероятно. Да. Я извини. Прости. Ничего.
Ну, раз хозяев вечеринки нет в доме Тью. Надо заглянуть к Эвери. Ага. Пошли. Пошли искать Эвери. У каждого записка, что ли, там была? Ну, посмотрим. От лица лорда Эвери. Приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Томас Тью. Ну, о чем, в принципе, говорил Нейт. И у каждого такая. Вот. Для потомков. Давай искать, где там Эвери у нас. Ай-яй-яй-яй, зачем? Зачем я это сделал? Я туда не хотел падать. Я хотел забраться вот здесь. Да куда ты? Слушай, тут надо аккуратно идти. Лена переживает за меня уже второй раз. Нейт, Нейт. А Нейт улетел вниз. Так, ну-ка давай аккуратно. Эй, давай сюда. Потихоньку. Давай, правда, потихоньку. Осторожнее. Ну-ка, тихо, тихо. Да как я? Я не успел прыгнуть, там можно было зацепиться. Все нормально. Че нормально-то вниз улетел? Че нормального? Так, еще раз пробуем. Так, тихо, 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 сейчас. Нет, нет, нет. Прыгаем. Надо раскачаться посильней. А, здесь зацепиться надо всего лишь. Ну-ка. Все нормально тогда. Цепляем. Вон и Лена уже идет наверх. Куда опять я чуть не улетел? А вот еще пушки. А здесь какие-то еще припасы. И рояль стоит. Ничего себе. Попробуем еще выше забраться. Лена, вон туда надо. Туда, попробуем выше залезть. Так, так, так. Показуха. Так почему он не убил Томаса Тью? Он типа был правой рукой Эвери? Ну да, так и было. Представь себе работать на психопата с паранойей. Как на моей первой работе. Поиграем маленько. Лен, ты умеешь играть? Давай сыграй что-нибудь. Я пока не понимаю, куда дальше идти. И это меня начинает чуть-чуть подбешивать. А, вот дверь есть, дверь. Все, все, пошли. Нет, стоп, мы отсюда зашли, да? Да, мы отсюда пришли. Так. А, ну все, вниз туда, да и все, что делов-то? Пошли. Тут все разрушено. Давай зачитаем. Так, наемники завалили входную дверь. И от души тут наследили. Куда они пошли? Да фиг его знает, Лен, куда они пошли. Привет. Идем по следу. А, вот, кстати, следы, конкретно следы. Пойдем, правда, по следу. А что, след остался столько лет здесь?
Что-то они нам долго не попадаются. Они как будто исчезли. Думаешь, тут пираты-призраки? Даже не шути на это. Я не понимаю, как может след сохраниться там 200 лет. Как минимум, не состыковка. Удалось. Как может след сохраниться так долго? Ладно, не будем вдаваться в подробности. Я пойду здесь, Лен. А все, мне дальше некуда. Сейчас, погоди, я тогда к тебе спущусь. Как может след храниться так долго? Че за бред? Следы ведут в эту дверь. Черт, завалено с той стороны. Зачем баррикадировать за собой дверь? Они нашли что-то. Помоги мне открыть. Да. Или погоди, или это следы наших сейчас современных? Которые Рейф или кто там? О, черт! Ладно, фиг с ним, разберемся. Наверное, да. Блин, этот вообще дерзкий, ребята. Что делать, не знаю. Куда вы там... Куда вы прячетесь? Вылези просто и все. Готов. Этот вообще прыгает там. Ай-яй-яй, погоди, отвалите, ребята, подожди. Да я спрячусь, погоди. Не надо так, ля-ля, а? На. Готов. Тоже готов. Что-то много их прям вообще, прям полчища. На. Поберегись. Граната от нее. Я прям вот пытался отпрыгнуть, но встал прям на нее, на гранату. Тихо, еще одна. О, нет. Патроны. Нет, 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 нет. Как так получилось-то? Сейчас, сейчас, все получится. Тихо, тихо. Зря ты тут сел. Кто следующий? Готов? Вроде бегут и бегут. Как они не кончаются так долго, а? Все? Мне кажется, это был последний. Господи, цела? Да. Они устроили нам засаду. Да. Давай откроем дверь. Посмотрим, что они скрывают. Да, я получается, затупил. Это следы нынешние уже, это вот. Никак не 200 лет назад. Лена, ты куда ушла-то вообще? Нам дверь здесь открывать. Пошли. Ну, поехали. Готово? Давай, сильнее толкай. С ноги. О, здрасте. Что это? Какое-то письмо. Подпись. Эвери. Правда? Ну, читай. Мои верные подданные. Тучи сгустились над Раем, но мы должны сохранить его богатство. У Дрейка уши покраснели. Кто-то материт его. Взорвать дамбу, уничтожить новый Девон. Ну да. Ага. И перенести сокровища на мой корабль по тоннелю. Тью и Эвери пошли друг на друга. Ты правда удивлен? Да в общем нет. Держи. Спасибо. Ладно, складываем себе. Хотел я почитать, но Лена Давай зачитала искать все. Ход.
Не, ну засаду они устроили, ну а где главный-то их? Где Рейф этот? Куда они пошли? Пираты, призраки. Осмотримся. Зажигалка Сэма. Угу. Обронил? Да, нарочно. Не знаю, что мы ищем, но это рядом. Сэм специально оставляет следы. Должен быть другой выход из этой комнаты. Может, ход, о котором писал Эвери? Но где рычаг? Пошли наверх, вот тут лестница есть. Лен, догоняй. Стоп, сокровища дали. Давай посмотрим. Могольская столовая посуда. Блин, мы этой могольской всякой штуки насобирали уже очень много. Ладно, ну а толку, что я зашел сюда, наверх залез? Куда? Есть еще варик куда-нибудь прыгать? Или секретная комната, может, какая есть, откроется, а? Стоп. Лена до сих пор внизу стоит, значит, она что-то знает, она по-любому видит, куда идти. Ну не зря, она нам для подсказки дана. Давай, Лена, думай, ты же крутая. Так, а как тут наверх забраться? Может, это рычаг? Нет. Нам, получается, надо найти рычаг. Вот это рычаг. А если... Нет. Нет. Блин, ну банально, может быть, какая-нибудь вон подсвечница. Подсвечник. А если вазу разбить, сломать? А? Хорош шуметь, ты чё? Нет, это не рычаг. Часы. Вот рычаг, ребята, по-любому. Но нет. Но нет, не так. Вот рычаг, ё-моё. Никто не догадался. Нейт. Да, есть там что? Вроде да. Неужели это рычаг, а? Спасибо, что за нас разгадали. Как ты это сделал? Где Либерталия, кровавый отпечаток пальца. Ну, я и... нажал. Лена, молодец. Неплохо, пошли вперед. В письме сказано, что Эвери переместил сокровища на корабль. Ага. Думаешь, сокровища еще на море? Я думаю... Думаю, это уже не важно. Реально, многие вещи уже не важны. Короче, куда там, чего делать, ну, никто не знает, где сокровище, надо найти его. Уже сейчас просто идем по следу, какая-то вот, хоть какая-то зацепка, иначе вообще ничего не будет. Похоже, Эвери устроил тут себе бункер. Куда ведет этот ход? Черт. Придется выяснить. Дороги обратно нет. Смотрится. Падение Эвери. Да. До встречи, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!